Так что вам счастья. Спасибо. И в преддверии этого праздника настоящей любви, семейности, ну, как следствие, верности. Душевные разговоры и напутствие от священника. В день семьи, любви и верности в Гребневском храме чествовали семейную пару Любушкиных. Оба супруга служат в полиции и познакомились еще в школьные годы. Сначала зародилась дружба, а затем в молодые сердца постучалась и любовь. После школы закончили, начались отношения, потом мы с ней женились, родилась у нас дочка. Дочке сейчас уже 10 лет, сейчас вот ждем второго ребенка, мальчика. Вячеслав и Екатерина в браке уже 10 лет. Дружная пара, несмотря на служебную занятость, свободное время старается проводить вместе, часто ходят в храм. В этот праздничный день священник еще раз напомнил семейной паре о православных традициях и ценностях. Каждый священник, совершая свое служение на приходе, имеет своих прихожан, с ними общение. И, конечно, большая часть людей – это люди семейные. И очень важно, что у нас есть такие святые, к которым мы можем обратиться и поставить их в пример. Рука об руку и на службе, и дома. Так говорят в семье Любушкиных. Главный секрет их семейного счастья – во взаимопонимании и верности. Екатерина Крамер, Фарид Хариддинов, телекомпания «Одинцова».